Всем привет, меня зовут Наня Шмафин, и мы сегодня поиграем в инди-хоррор, который называется «Открытая дверь». Это вроде как демка, и тут даже есть русский язык, что удивительно. Поэтому нажмем новую игру и смотрим в дверной проем в какой-то заброшке. Ну, в общем, обычное начало хоррора. Я специально выключила свет, то было страшно. А в темноте ничего не видно. Ну и пофигу. Так, это я. Я встал с кровати, у меня жуткое утро, возможно, у меня жуткое похмелье. А ну-ка, что на этой? Пишу это для тех, кто окажется в такой же ситуации, как и я. После того, как эта тварь загнала меня сюда, я спрятался в этой комнате. Мне нужно было найти способ сбежать. Похоже, она слышит звуки. Недавно скинули очередного парня. Запер его в соседней комнате. Если ты это читаешь, не допускай моих ошибок. Беги и прячься, выбирайся отсюда. Мой план – найти ключ от главной двери. Не попасться. Я надеюсь, это не прятки, потому что я не люблю прятки. Я не люблю эту срань. Помолчите, пожалуйста. Вы кушаете? Вы кушаете? А что кушаете? А мне обед когда будет? Алло! Алло, я тоже жрать хочу! Дай хотя бы ножку, что жрешь? Ну, короче, если однажды меня похитит маньяк, ему не поздоровится вместе со мной, потому что я тоже хочу кушать. Пусти меня. Ну и пошел ты к чертовой матери. Сиди там, ешь. Без меня. Один. О, тут есть проход. Я тебя достану. Ты что тут жрешь? А ты как это? Ты поел и тут же переварил? Что это за жизнь? Я не знаю, ты не доел, блеванул? Что, блядь, почему тут нога обгрызанная какая-то и тут еще стоит? Вот это ты, конечно, сложную схему придумал, чтобы от меня скрыться, чтобы я тут с тобой не ела. Так, пальцы несу и убьет. Мог бы просто через дверь выйти так-то, дебил. Целую дырку себе там выкопал. Ну и до свидания. До свидули. Как говорится, ничего не вижу. Где я? А что это? Труба какая-то. Чё такое? Чё бы я ним? Ничего не вижу толком. Ага. Походу тебе плохо от того, что ты поел, еле ходишь. Ну и правильно, что со мной делиться не стал. Наверное, он обо мне заботился. Чё тут? Ой, а я могу встать. Спасибо. О! Да у тебя тут склад всего. Чё тут? Инструкция по запуску питания. Из-за неисправного рубильника теперь приходится включать резервное питание. Первое. Затем его снова включить. Отключить неисправный рубильник, включить резервное питание. Все должно работать. Что? Чего включить? Выключить? Это что? Так, мне нужно как-то запустить генератор, но тут у вас такая инструкция, что хоть поймешь. Ну вот, теперь у нас заканчивается еда, и почему старина Джим не позаботился о запасах самого важного? Неужели ему совсем память отшибла? Я так устал сидеть и ждать. Вчера я слышал крики из той тюремной комнаты. Эти парни жестоко пытают их. Не хотел бы оказаться на их месте. Нужно закончить, заполнить журнал. Так, а где рубильник-то? Чё пороняли-то все? Вы-то чё против меня стеллажи буяните-то? Я-то вам что сделала? А я могу это, не знаю, ебануть чем-нибудь? Отключить неисправный рубильник. А где рубильник? Может, я возьму этот? Ладно, это я возьму. Если что, я ебану кого-нибудь. Ой. Мамочки. Подожди, ты сюда пошел, да? Я тебя найду. Я тебя найду. Заперто. А, вот рубильник. Тут же рубильник. Хватит моргать, блядь. Заблокировать дверь. Комната резервного питания. Закрыл эту комнату, чтобы не тратить энергию впустую, и обесточил дверь в комнату с генератором. Вы никогда не догадались, что использовал в качестве дверного кода. Хорошо, что наши электричество работают нестабильно. Лампочки 1, 2, 3. Что? Или я что-то вообще не понимаю? Я что-то, честно говоря, вообще не понимаю, чего хотят. 2. Раз. Один. Один, один. Раз, два, три, четыре. Ой. Ну так внезапно открылось. Восстановить питание. Ну ёб твою мать.
Что-то там включить-выключить, непонятно ни хрена с вашими рубильниками. Где рубильник? Так, резервное питание. В связи с недавней поломкой использовать аккуратно. Без него наш сектор будет обесточен. На всякий случай спрятал запасной ключ от двери в кладовке. Он лежит под коробкой. Блин, какой запасной ключ? Вентиль. Супер, а что, куда мне этот вентиль-то? Ой! Я этот вентиль сейчас потеряю. Куда вентиль-то, блядь? Да ну и пожалуйста. Нашли, блядь, электрика. Так, что-то там надо... Лежит под коробкой запасной ключ. Сейчас найду. Чё? Ты когда стену тут успел построить? Алло. Ты чё, больной? Больной строитель! Сам нахуй пошел! Не надо меня отправлять. А ну иди сюда. А ну иди сюда, в ебу. Заткнись там нахуй. Гандон. Так, за коробкой. За какой коробкой это, блядь? Какой ключ? Тут коробок-то до ебени матери. Мне еще сюда возвращаться, эту инструкцию читать. Он будет меня каждый раз тут это... устраивать тут свои приходы. Я, блядь, тебе что? Начальник почты тут разбираться с этими всеми коробками? Где тут его ебаный ключ? Сука. Чтоб тебе, блядь, пусто было. Хуевшая тварь. Все, я нашла ключ. Ключ от хранилища топлива. Я заблудилась теперь. Ты раз. Как выйти-то теперь назад? Бардак тут устроили, суки. Так, а куда ключ-то пихать? Сюда? Куда ключ? Алло. Я, блядь, поищу ебало. Что тут происходит? Наверное, питание. Наверное, вот это. Нет? Сюда ключ? Куда ключ-то, блядь? А! Что? Блядь, какой-то ключ, какой-то вентиль, какой-то, блядь, рычаг. Какой-то ключ! Куда ключ? А, здрасте. Что делать-то? Вот есть вот это. Есть вот это. Ее шандарахает. А куда ключ-то, блин? Куда запихать ключ? Ключ. Куда? Зачем мне вообще ключ? Это что? Значит, наоборот. Включить. Выключить. О! Я справилась. А зачем ключ-то был нужен? Меня бегут убивать? Здоров. А что там с тобой? Пройти не можешь? Пережрал? А я говорила, поделись со мной. Теперь в дверь войти не можешь. Да и пошел ты в жопу. У меня вообще вентиль есть. Надо вентиль? Тебе надо вентиль? Зачем мне ключ? Что мне делать? Я включила электричество. Ладно, я к тебе выйду. Ага. Ты пропал. Кайф. Так, и зачем мне это? Ну тут стена. Да? Понастроил он тут стен. А, нет, смотри-ка. Стены ушли. А это что? А! Двери в генераторную внезапно закрылись. Надеюсь, что тварь не достанет меня здесь. Это ведь не потому, что мы их всех сжигаем. Или это все из-за тех странных исследований. Старый Джим сжег себя вчера. Я пытался его остановить, но он говорил странные вещи, что слышит голоса и не выносит все этого всего. Зачем я ввязалась во все это? Что опять? Внимание, питание на рубильник идет напрямую от генератора снизу. Если кто-то случайно вырубит генератор, не удивляйтесь, что вы остались заперты в этих гребаных катакомбах. Я предупредил. Блядь. О-о-о! Это ты это жрал, да? Ладно. Это тебе на закусь, на десерт. Но ты все равно тебе жрать нету, не стоит. Это что, кости? Это у тебя вместо холодильника, правильно? Ну ладно. Ничего.
Не заперто. Вот это я понимаю. Вот это ты шутник, чел. Ничего. Опять какие-то, блядь, трубы. Катастрофа. Понятно с тобой все. Ты какой-то дерганый пацан. А это что, газ? Я сейчас отравлюсь. Запустить генератор. Блин. Ключ от склада шин. У нас почти закончилось топливо. Этот чертов ветер так и не привезли. Вот ключ от склада шин. Используйте две шины каждый раз, когда зажигаешь печь. Если у вас была еще одна бочка, нам бы точно хватило. Не забудь положить его на место. Чего, блядь? Так я и вентиль видела, и этот канистру видела, эту бочку. А вон, да вон же еще бочки-то есть. А, вот шины. Нет, я не могу их брать. Да, господи. Есть что-то, что я могу брать? Ну, ладно. Склад шин, склад шин. Ну, начинается. Давай, 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 давай. Скримерни еще разок. Ага, склад шин. Шикарно. Учет потраченных шин. Понедельник 7 штук. Вторник 3 штуки. Среда 4 штуки. Четверг получил петли за растрату шин. Пятница 2 штуки. Суббота 2 штуки. Воскресенье 2 штуки. Где шины? Блин, серьезно? Мне еще... Там шины лежали, между прочим. Ёбаный ты шутник. Пропади ты пропадом. Я не вижу нихуя. Так, а куда шина-то? Шина, шина. Шина от машины. Сюда? Непонятно, что я делаю. Ебать, увлекательно. Таскаю шины. Устроилась, блядь, на шиномонтаж. Ебать, хоррор. Я еще и бочку принесу. Чтоб вам неповадно было, суки. Не пизди там, бочка. Не выебывайся. Мне тоже это не нравится. Заткнись. Все? О. А? Так и должно быть. Все правильно? Нет? Да заткнись ты, блядь. Я не понимаю, что я делаю. Это гораздо страшнее тебя. Может, мне нужно просто до высоты шин тут нахреначить? Пиздюлей получу за растрату шин. Ну а что делать? Жизнь такая. Заперли меня непонятно где. Заставляют таскать шины. Ёбаный свет, на что я подписалась? Я думала, это хоррор. Блядь, какие хорроры. Не хоррор, одно название. Единственный страх в том, что ты таскаешь, блин, шины. И не понимаешь нихуя. Весело. Я чувствую хтонический ужас от этого. Скримаки у вас дурацкие. Дебилы вы сраные. Сойдет. Скажешь, что сойдет. Ладно. Я поищу еще что-нибудь. Что тут еще есть? Тут нихуя нет. Что тут? Найти вентиль. Нужно как можно скорее перейтись в исследовательский центр. По крайней мере, у них нет проблем с едой и водой. Да и с молчаливыми трупами куда проще работать. А здесь все эти звуки, горящие трупы. Даже во сне я слышу их крики. Сообщение для желающих потратить очередную бочку впустую. Старый вентиль сломан. Я заказал доставку нового из соседнего объекта. Надеюсь, топливо не закончится раньше времени. Если его не хватит, пламя будет стопить печь печь шинами. Нужно запомнить при доставке и положить в красный ящик. Понятно, блядь. Понятно. Я, сука, понял. Ёбаный свет. Вот что имелось в виду про вентиль. Вот для чего, сука, нужен вентиль. Загадки, блядь. Охуеть. Лучше не придумать. Куда там, блядь, ваш блядский вентиль-то? Давай. Да, блядь, давай же. Спасибо.
Походу, шины не понравились никому, поэтому нужна еще одна бочка. Что-то меня опять скримернет. Иди ты в жопу со своими скримерами. Я тут бочки таскаю. Я не нанималась, между прочим. Лучше бы ты меня, блядь, убил. Пошли нахуй шины. Зачем я этим занимаюсь тут? Зачем я таскала все эти шины? Твою мать. Это ужас автомехаников, что ли? Я не знаю. Кто, блядь, придумал эту игру? А, вот. Нормально? Вот, теперь работаю. А если я пойду туда, я тоже буду барбекю? Я буду барбекю? Я барбекю? А, понял. Скримернет, потушите огонь. Да, блядь, а зачем я его зажигал тогда? Ёптеть. Как потушить сжигатель? Поверни одинокий вентиль, затем двигайся направо. Поворачивай только правый. Двигайся также дальше. Одинокий. Правый. 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 Правый, 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 правый. Все? Готово? Я сделаю. А зачем я поджигала? Объясните мне. Я поджигала, чтобы выключить? О, трупешники! Кайф. Че пишут? Да подожди ты, блядь, не мигай. А, список дел подопытных. Всего-то. Понятно. Да отстань, господи. Я тут занимаюсь самым бессмысленным делом на свете, а заткнись. Так, ну и что, я все сожгла. Оно не сожглось. Зачем я это делала? Это моя работа? Что происходит? А, кровище, а куда? Пойду по кровище. Кровище, кровище что-то знает. Так, блядь, это как? Блин. Идти в обход. Нихуя не вижу. Тупик? Да вроде нет. Да иди ты в жопу. Я и так ни хрена не вижу, что с своими скримерами. А, это через забор перепрыгнуть. Я прыгать умею? Нет, не умею. Понастроили тут стен. Я потушила сжигатель. Я зачем-то все сожгла. Зачем? Блять, зачем? Я не понимаю, что я делала. Самое главное, зачем? О, мне открыли? Да. Да, я куда-то дальше пошла. Сейчас примернет. Вот это я понимаю, танцор. Ну давай. Еба, как страшно. Спасибо, что сыграли. Добавьте вишлист, если понравилось. Скажу честно, не понравилось. Вишлист добавлять не буду. Мне не понравилось. Не страшно, непонятно. Не знаю зачем. Такой вот хоррор. Какая-то хрень. Беда-беда. Поскольку прошлый хоррор был такой себе, вот нам еще одна демка игры, которая называется Bias. Тизер коридор, и оно хочет геймпад. Я очень надеюсь, что я не зря этот геймпад подключала, потому что если хор будет говном, честно говоря, мне даже будет жалко тех пару секунд, что я потратила на поиск своего геймпада. Хорош вибрировать, блять, заебал. А можно все-таки? А, да, могу ходить так. Тогда что ты выебывался, что хочешь геймпад, если клавиатуру ты тоже поддерживаешь? Уебище. Это таракан. Угу. Тараканы. Кругом тараканы. Но для кого-то это реальность, к сожалению. У кого-то дома могут жить тараканы. Примерно в такой же... Здрасте. Спасибо, что у меня есть личная прислуга. Мне это нравится. А свет можно врубить как-то дома? У меня опять выключили свет за неуплату, и, или там тараканы что-то буянят, натворили. Это книжку подпирают эти. Это очередное пяти? Ага. Судя по всему, это очередное пяти.
Чего? Непонятно. Какие мыльные картины. Очень мыльные. Это, наверное, моль. Или просто она жрала ночью в шкафу шубу, и тут включили свет, и моль такой... Да, именно все так и было. Черепа замыленные. Ой, какой страх. О, помехи от телека. Это что? Это стенка. А чё у меня дом такой большой и длинный? Может, я в офисе? Может, я уснул в офисе? Коридор. Ну да, там же было написано. Демо террор коридор. А у меня фана... Чё такое? Кто там? Вы там? Алло? Ну и сиди там, бейтесь. Дураки несчастные. А чё картины такие дурацкие? Чё коридор такой повторяющийся? Опять пяти. Ну сколько можно? Сколько можно мучить это пяти? Придумайте что-нибудь свое уже. Да хватит. О, тараканы. Ну опять пяти. Ну серьезно, пяти. О, я кого-то видела. Оно было голым. И побежала такая вся несчастная. Между прочим, это этот монитор. Как он там шипит, как телевизор? Схуяли. Там какая-то голая баба побежала. Конечно, испугалась меня. Ходит какой-то мужик, долбоеб, посреди коридора с фонариком. Смотрит на нее голую. Ну не дурак ли? Конечно, дурак. Ну, блядь. Что-нибудь будет сегодня нормально, вот прям так нормально, а не вот это все. Пожалуйста. 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 Хочу норм хорроры. Нет, все. А! Дверь, шкаф, сейчас на меня упадет. Сейчас кто-нибудь оттуда выпадет. Труп выпадет. Баба выпадет. Ой, а чё так? Там что-то неприличное происходит? Землетрясение? Ладно, не мешаю, идите нахер. О, а чё это за двери кругом? А, это шкафы. Я, наверное, в мебельном магазине заблудилась. Ты чё там делаешь? Какая-то баба. На потолке, в какой-то плесени. Если это еще баба, там вообще непонятно, баба это не баба. Да хватит, блин. Что за тремор этих шкафов? А, все, унесли. Может, у меня какие-то проблемы с башкой? Я вижу шкафы. Может, у меня какие-то проблемы со шкафами? Очень интересно. Ебать. Да хорош стучать! Ну сколько ж, блять, можно? Что-то поменялось. Господи, наконец-то. Все стало красным. Теперь я буду ходить полчаса по красному коридору. Там такой бла. Как будто кто-то сидел в туалете, и у него просто скрутило живот. Такой бла. Когда появятся хорошие хорроры? Вот она тоже плачет, она тоже хочет нормальных хорроров, но что-то не происходит этого. Это что за плетеный человек? Она еще и блеванула меня, походу, сверху. Все, я проиграла. Конец игры. Да. Нужно заново пройти этот коридор и не идти на нее. Правильно?
Чё, где дверь? А, спасибо. Мне дали возможность из шкаф. Чего? А! Я просто сижу тут среди шкафов, и она бьется ко мне. Но я там одиноко. Никто ее не поддерживает, никто ее не любит. Ну и подумай, что наплетенный человек. Это еще не значит, что ей не нужна любовь и забота. Ну я тебе ее оказывать не буду, потому что я клишированный герой хорроров, и я вообще стекло так-то. Весь какой-то душевно больной, и не беру ответственности за происходящее. Так, ну что ж, ты ушла. Ушло. Но тут тупик, значит, я иду туда. Блин, а я думала, она растворится, как в прошлый раз. Можно как-то побыстрее идти? Нет, нельзя. Эх. Кажется, все-таки от таких видений я насрал в штаны, и теперь иду еле-еле. Бежим. Ну что ж. С этим придется жить. Какое-то время. А потом меня убьют. Ну, блин, давай уже. Что-нибудь случится? А, шкаф упал. Нет, это монитор. А, монитор! Какая жесть. Еще загорится. Нет, ну и похуй. Загорится. Он сзади? Да похуй. Поплакала, выключила монитор и все. Чё такое? Чё случилось? Ничего не вижу. Всё? Чё ты бежала? Ничего не произошло. А! Ну слава богу, это сейчас кат-сцена будет. А, ну я ж говорю, пяти! Ну, типичный пяти, блин, это же было в трейлере. Охуенно, люди просто взяли чужую идею и скопировали ее. Вот прям почти ничего не меняя. Ладно. Ну, такое. Не свежая, не оригинальная, не страшно. К сожалению, такое себе. Мне не зашло. Ну и еще один хоррор на сегодня. Хоррор, который я нашла не в Стиме, а на сайте, где я обычно нахожу очень странные хорроры. Поэтому я надеюсь, что это будет получше, чем предыдущие две игры, потому что там срань совсем полная. Называется игра The Polaroid Killer. Нажимаем Space, чтобы начать. И нам уже начинается какой-то ролик. Вроде бы даже и выглядит. Вон, мужик в машине едет, уже что-то, уже есть хотя бы какая-то постановка камеры, хотя бы попытка. И чел сбивает манекена. Не сбивает манекена, потому что чел не дурак сбивать манекена. В октябре 1993 года он уже фоткал этот манекен, и что-то тут рассуждают на эту тему, но я, честно говоря, плохо понимаю его английский, американский. Короче, я плохо понимаю его речь. Я мужик. Нормально. Я мужик. Здоров. А как тут же есть смотреть, интерактировать? А, нет, подожди, нажимать Escape для выхода мне пока рано. Ага, вот, просто нажать на клавишу, причем там звук Silent Hill, ну, типа типичный Silent Hill. Empty Book, нажать P. Ага, у меня есть книжка. Могу уебать книжкой, хочешь? Хочешь уебу? Так, ну, по крайней мере, тут что-то интересное, по крайней мере, я управляю мужиком. Чё тут?
Хоть это достаточно сложно. Блять, а как я же как-то попадала? Ну давай, чел, ты можешь это поднять? Я тебе верю. Ага, нашли какую-то фотку. Я собираю фотографии. Как интересно. Главное, чтобы мне оружие не давали, потому что тут и так управление такое себе. Он с 10-го раза только попадает по вещам. Ну, зато сделано атмосферно. Вон манекены разговаривают. Ручки друг другу пожимают. А вообще-то они не пожимают, потому что знают, что коронавирус, и такое лучше не надо, поэтому стоят на расстоянии и делают вид. Возможно, это как-то взаимосвязано. Так, еще фотка. О боже, там какие-то люди лежат, все неадекватные. Так, тут какие-то кишки распидорасило по всему асфальту и по всей дороге. Ну что ж, я, по крайней мере, чувак, который собирает фотки. Не так уж и плохо. Жалко, что я его речь не разбираю, субтитров нет. Было бы хорошо понимать, о чем речь. Возможно, тут есть сюжет, в отличие от генераторов. Так, это что-то про жертвы. Возможно, это какой-то Майкл Майерс. Ага. Так, мне сюда дальше. Я бегу по какому-то лабиринту, этому лиственному, земляному, парку, короче. Не рыдай, все нормально. А ты человек? Ты, правда, похож на зомби, но ты человек. Как интересно. Ну ладно, плачь давай, я пойду. Нет, там машина заведенная ждет. Тут где-то фотка еще валяется. Как хорошо, что есть этот указатель. Что случилось? А, ну я моргнула и кого-то убили. Уже новая жертва. Это что? Бля, драться-то придется. Вот это я разнадеялась, конечно, не драться. Я там забор не перепрыгну. Я тебя могу ебать? А? А? Могу, только ты каменный. Ну и черт с тобой. Может, я иду искать маньяка? Я детектив, что идет искать маньяка, а потом окажется, что я маньяк? Не исключено. А че руки такие длинные? Ну как кыш? Не бей меня, а я не буду бить тебя. Это неправда. Я обманула. Так, мне назад? Подожди, мне сюда? Да, загрузка. Я пришла куда-то. Куда-то я пришла. Как хорошо, что указатель есть. Это что, сектанты? А, вот это что тут? Тут что-то он что-то смотрит куда-то на пол. Ой, опять звуки Silent Hill. Трупы какие-то кругом. А, холодильник. Ну-ка, что в холодильнике? А, подвинуть холодильник, ладно. Тут местами, конечно, очень сложно управляется все. Так, я смотрю на дверь. Такой, о боже, это же дверь. И еле-еле ее открываю. Опять сектанты. Ну да.
Человека распотрошили. Жесть-то какая. О, этот по стене забирался, а потом такой прилег, а такой, а я красавчик, и ему тут отрубило ноги. Так все и было. А, это готовится ужин? Там сердце? Что? Мне дали же целый дробаш? Эта игра наполнена событиями, я хочу вам сказать. Подходи ко мне, я тебя вижу. Я промахнулась. А, вы одноударные? Там какие-то манекены мне машут. Не надо мне махать. А, у меня патроны есть, блядь. Они не бесконечные, что ли? Нет, там еще кто-то ходит. Что происходит тут? А, и тут человеческое тело. Ну, видимо, я не могу сюда. Видимо, мне наверх надо. Так, ну тут какая-то жесть. Я реально какого-то маньяка ловлю. Видимо, недаром называется Polaroid Killer, да? Киллер действительно есть. Я видела тебя. Но при этом это все связано еще с какими-то сектантами. А! Ты че, откуда взялся? Не пугай меня. Я это дед. Контуженный. Ну все, голову. Могу ебануть. Сейчас придержусь только. Ага. Счастливая семья, все с повернутой башкой. Нет, на меня больше никто не выйдет. Я боюсь кого-нибудь пропустить. Меня кто-нибудь укусит. А, сортир. Кто-то заблевал весь унитаз. Вот это жесть. Бери ночь. А что за книжка? Я почитаю. Ну, нельзя так нельзя, ладно. Видимо, она почитала, и вот что с ней случилось. Тут еще труп. Вряд ли это зомби-апокалипсис, правда? Нет, это мои шаги были. Так, меня отправляют туда. Как хорошо, что есть указатель. Так, я снова куда-то пришла. И оружие у меня нет. Это место, где все случилось? Или не тут все случилось? Не очень понятно, где все случилось. А что вы такие живучие стали? Это что за приколы? А что у вас с руками? Чего вы такие длиннорукие? Длиннорукие лысики. У меня патроны-то конечные. Тут бомжи какие-то живут. А я пришла им мешать. Жить. Ой, туда не пойду. Мест слишком много, куда идти. Нет, видимо, придется идти туда. Выбор не сильно большой. Что-то на цепях гремит. Так, какой-то подвал, какая-то канализация. Вы только не вставайте, пацаны. Я такое не люблю. Ой, тут много трупов. Разной степени несвежести.
Встанешь? Ты купаешься? Ну, купайся, купайся, главное не вставай. Водичка приятная, лежи, расслабляйся. Ой, этот же витрувианский человек, который, типа, ему приделали вон кучу рук, кучу ног. Жесть какая-то. Так. Это что, блядь? Это какого хуя? Что? Это что, блядь, только что было? Так у него автомата, как мне его убивать? А чё? Чё делать-то? В смысле? Да на это у меня игра просто вылетела. Я не знаю, выиграла я или нет. Но это было крайне неожиданно, очень неожиданно. На самом деле у игры есть потенциал, а по крайней мере она выглядит лучше предыдущих двух. В ней хотя бы постарались люди хотя бы что-то сделать свое, а не просто скопировать или сделать идиотские скримеры, по крайней мере, там что-то, что-то есть, какая-то атмосфера, какой-то сюжет, пускай она очень коротенькая, сырая, но, по крайней мере, у нее есть стиль. Я надеюсь, люди будут продолжать работать над играми и однажды сделают что-нибудь очень клевое. Но, в отличие от остальных, эта игра мне довольно понравилась. Вот такие сегодня у нас хорроры. Поэтому обязательно ставь лайк. Оставляй комментарий, подписывайся на канал. Увидимся в следующих инди-хоррорах, поэтому обязательно подписывайся. Обязательно. Всем спасибо и всем пока.